В пятницу в Беларуси будет переменная облачность, на большей части территории страны пройдут дожди. В отдельных районах возможен туман. Южный ветер сменит западный, порывы от 5 до 10 метров в секунду. Ночью будет от 4 до 10 градусов, днем потеплеет до 13 со знаком плюс. Ноябрь обещает удивить белорусов, заявили синоптики. Последний месяц осени запомнится дождливым и пасмурным, без сильного ветра, снегопадов и других сюрпризов. Ожидается от 5 до 15 градусов тепла, первый снег прогнозируют лишь после 25 числа. Землетрясение магнитудой почти в 6 баллов всколыхнуло в Чили. Эпицентр залегал на глубине 43 километров. Южноамериканская республика находится в огненном кольце, в районе Тихого океана с более чем 450 вулканами, в том числе тремя крупнейшими в мире. Здесь происходит 80% природных толчков на Земле. Тем временем в северной части континента бушует ураган Зета. Людей эвакуируют в Луизиане, Миссисипи и Алабаме. Ветер здесь достигал отметки в 140 км в час. Метеорологи сделали неутешительный прогноз. В ближайшие сутки стихия не успокоится. Пятница в Бобруйске пройдет под аккомпанемент дождей. Западный ветер подует со скоростью 5-9 метров в секунду. Ночью термометр покажет 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 11. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.